Завтра в Нижнем Бестяхе стартует международный турнир по стрельбе из лука «Бриллиантовые стрелы Якутии». Эти соревнования уже во второй раз собирают ведущих лучников планеты на берегу реки Лена. За ходом подготовки наблюдал Власий Сергеев. За день до старта соревнований в спортивном лагере царит рабочая атмосфера. Организаторы наносят последние штрихи в подготовке соревновательной зоны, а спортсмены настраивают снаряжение и пристреливаются на тренировочной площадке. Как и в прошлом году, определение самых метких участников будет проходить в стрельбе из классического, а также блочного лука на протяжении 2 дней. В общей сложности в турнире примут участие 55 спортсменов. Среди них представители Якутии, 3 регионов России и 5 зарубежных команд. Я приехала в прошлом году, была приятно удивлена, ну, тоже всем спортивным лагерем. Здесь люди очень хорошие, организация была на высоком уровне. Также меня поразил ваш лукодром, который был построен. В этом году я, конечно, тоже ожидаю хорошо выступить и занять призовое место. Я ожидаю увидеть отличное соревнование и надеюсь хорошо себя проявить. Я много готовился, и я рад возможности показать себя на таком прекрасном спортивном объекте. В данный момент я полностью готова к этим соревнованиям. У нас прошел, даже можно сказать, все лето сборы вот тут, вот в этой местности. Так что, мне кажется, все спортсмены, даже те, кто тут тренировались, все они все готовы вот к этому старту. Подготовительный этап завершился техническим осмотром снаряжения, после чего спортсмены отправились в зону отдыха, собираться с мыслями перед первым соревновательным днем. Предварительные части и первый этап турнира будут длиться 2 дня, а в воскресенье здесь, на этом лукодроме, состоятся финальные серии, в рамках которой 16 сильнейших лучников соревнования оспорят между собой все комплекты наград по 2 дисциплинам. Власий Сергеев, Михаил Андросов, Андрей Листянов, спортивный лагерь «Монетах», Нижний Бестях.